Приветствую вас. Я думаю, что ответ вам можно дать, исходя из того, что молодой человек вас любит. И того, что ему важно делать что-то для вас. Вообще. Вот вообще, да? То есть то, что он делает это потому, что хочет. Объективно. Значит, смотрите, что вы можете, как вы можете отреагировать, да, если человек поддержку не принимает. Вы можете проявлять восхищение. Вот. То есть вы можете восхищаться человеком. Вы можете просто восхищаться человеком. Вы можете просто демонстрировать ему свое восхищение. Вы можете просто показывать ему, как вы довольны. Как вам хорошо, как вы радуетесь тому, например, что он делает для вас, допустим. Вот. И соответственно, это лучше всего будет демонстрировать ему, что то, что он делает, это оценивается, это принимается, это ценится и так далее. Вот. Хотя, конечно, если у него есть именно проблема с мотивацией, то вам эту проблему, конечно, не исправить самостоятельно, потому что эта проблема исключительно и только молодого человека. Эта проблема не ваша. Вот. Эта проблема не решается вами. Эта проблема должна решаться им самим. Вот. Но высказывая свои чувства, выражая свои чувства, вы, в общем-то, показываете человеку то, что цените его действия, цените его усилия. Вот. Я вот так полагаю, что это едва ли вот не единственное, что вы можете сделать в, ну вот, в вашем случае, в вашей ситуации. Потому что если молодой человек, вот он такой, вот. С этим ничего не поделаешь, с этим, что он вот такой. Поэтому это вопрос к вам, вероятно. И, вероятно, это вопрос к тому, что вы себя чувствуете, может быть, как-то виновата перед ним за то, что он это все делает. Если вы себя правда чувствуете виновата, то это уже вопрос непосредственно к вам, да? То есть это вопрос непосредственно к вам относительно того, почему
вы чувствуете себя виноватой. Если вы себя чувствуете виноватой. Ну вот, то есть, как вы считаете, должно быть по-другому? Почему молодой человек старается для вас двоих, а, например, вы не стараетесь, допустим, ну, тоже можете какой-то вклад вносить, вот. То есть, это вот, в принципе, это то, о чем можно говорить. Это, в принципе, вот то, о чем можно сказать вам. То есть, коль ситуация такова, что мужчина тяжело принимает поддержку, да, вот, то, соответственно, вы можете просто вот сейчас тем, что он делает для вас. Вот. И все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!